Ваше здоровье улучшится. Вы будете счастливы, как бессмертные. Фантастика! Вы сделали это? Одной игры на мечах недостаточно. Вам нужно постоянно практиковаться, развивая взаимопонимание. Вы усилите мощь фехтования, оттачивая его. Брат, ты довольно наблюдательный. Это благодаря твоему безупречному плану. Без моей безупречной игры они не прошли бы через это вместе. Как наш план смог воплотиться так гладко? Ханьянь в полной мере использовал твою способность раздувания пламени. Почему ты такой дерзкий? Неужели меня так сложно похвалить? Господа, время обеда. Так вкусно пахнет. Ты отличный повар. Если парень женится на такой умной, милой, миниатюрной и очаровательной девушке, как ты, он будет благословлен. Тот, кто сможет жениться на такой интересной девушке, как ты, тоже будет благословлен. О, я не поздравила тебя. Твоя мечта вот-вот сбудется, ты рад? Нет, госпожа Лю, на самом деле... Я на седьмом небе от счастья. Подумать только, мы избранный народ. Видимо, судьба к нам благосклонна. На самом деле, я знал это давно. Все будто предопределено. Перестань. Не говори об этом. Наш приоритет – избавиться от бесполезных мыслей и овладеть фехтованием. Экзорцист Джун сказал, первый шаг – развить взаимопонимание. Это единственный способ увеличить силу фехтования. Тогда мы сможем сразу убить кровавого демона и спасти наших родителей. Но как развить взаимопонимание? Есть идея. Если кончики наших мечей одновременно дотянутся до отверстия монеты, означает, что мы сонастроены. Не слишком ли сложно? Что? Боишься? Я разделяю с тобой одну волю. Зачем мне бояться? Сейчас! Знаю, что ты любишь выпить. Это для тебя. Спасибо, госпожа Лю. Спасибо, госпожа Лю. Хороший ликер. Хорошо, что вам нравится. Я приготовила для экзорциста Лю его любимые тофу и капустный суп. Пойду принесу их. Это питательно. Ешь больше, потому что ты много работал. Это питательно. Ешь больше, потому что ты больше работал. Это питательно. Ешь больше. Просто ешьте свою говядину. Даже говядина не помешала тебе болтать. Я думаю, о нем заботиться. Верно? Я так завидую Ханьяну. Почему бы тебе не выбрать легкий вариант
и не жениться на ней, когда станешь мужчиной. Брат Фудзю, по кулакам моим соскучился. Лю, посмотри на себя. Ешьте. Позже мы станем телохранителями. Чьими телохранителями? Нам удалось найти подходящих людей. Что, если кровавый демон убьет их? Верно. Мы не можем пойти на такой риск. Приятного аппетита. Я пойду первым. Голень госпожи Лю хороша. Ты... Брат, мы нашли подходящих людей. Я думаю, у этих двоих... Было достаточно времени на ссоры. Пора их выпустить. Надеюсь, они стали друзьями. Надеюсь. Иначе придется оставить их там. Да. До принятия решения давай тайком понаблюдаем за ними. О, нет! Барьер сломан! Давай посмотрим. Труп окоченел. Он мертв уже несколько часов. Это наш эликсир духа. Он сможет уберечь тебя от миазмов и вылечить рану на ноге. Рана показывает, что он был убит мягким мечом Ян Цимэй. Ян Цимэй и Дин Ган прекрасно подходят друг другу. Если Ян Цимэй убил его, они, должно быть, долго состязались. Но нет никаких признаков борьбы. Кроме того, Ян Цимэй недостаточно сильна, чтобы сломать барьер кровавой тюрьмы. Как она сбежала? Что если кровавый демон раскусил наш план и взял под контроль Ян Цимэй, чтобы убить Дин Гана? Если это так, у нас серьезная проблема. Мы должны вернуться в форт, на случай, если она убьет Дин Сяофэна и Ян Хунцюэ. Почему мы тренируемся здесь? Я хочу не тренироваться, а сказать тебе кое-что. Что случилось? Ты в порядке? Я в порядке. Нет. Я не в порядке. У вашего эликсира есть побочный эффект. Как это возможно? Эликсир лечит раны и расстраивает людей. Как мой эликсир связан с тем, что ты расстроен? Конечно, это связано. Скажи, что за странные ингредиенты ты добавила в него? После того, как я выпил его, я влюбился в тебя. Ты... Не говори глупости. Я говорю глупости. Но я искренен. Поскольку нам суждено разделить одну и ту же волю, я могу сказать, что ты не лжешь. Значит ли это, что ты не отказываешь мне? Но тебе прекрасно известно, это трудный путь. Мне все равно, насколько это сложно. И чем это закончится. Я приму все. Без колебаний. Пока ты со мной. Хорошо. Я буду сопровождать тебя, если тебе хватит смелости. Thank you.
брат. Будь Ян Тимей марионеткой или сообщником, она должна умереть. Если ты совершил преступление, находясь под контролем кровавого демона, думаешь, ты заслуживаешь смерти? Я уверен, что умер бы от стыда. Верно. Если бы Ян Тимей была под контролем, у нее не было бы выбора. Она не может взять на себя вину кровавого демона. Но... Брат прав. Нам непонятна ситуация. Мы не можем действовать опрометчиво. Кроме того, его отец погиб. Мы не можем сделать ничего, кроме как промолчать. Если у него затаится обида, им будет трудно практиковаться. Разве мы не эгоистичны, поступая так? Да. Если кровавый демон убил Дингана, он сможет убить кровавого демона, отомстив за отца, когда овладеет фехтованием с Ян Хун Цюэ. Что, если Ян Тимей не под контролем кровавого демона? Тогда у него появится больше причин для оттачивания навыков. Если ему не удастся убить демона, тогда демон убьет многих людей. Кому он отомстит, когда Ян будет мертва? Как он отомстит, если сам будет мертв? Брат, думаю, ты прав. Наши поступки могут показаться эгоистичными. Вероятно, Сяо Фэн возненавидит нас. Возненавидит он нас или нет, это наш единственный выход. Ради безопасности людей мы должны отправить Дин Сяо Фэна и Ян Хун Сюэ к Повелительнице Меча. Они будут держаться подальше от неприятностей, выйдя из форта. Экзорцист Лю! Экзорцист Лю! Наставница вернулась! Как вы посмели? Как вы могли позволить людям секты Южных морей зайти сюда во время моего отсутствия? Мама, мы работали с ними, чтобы спасти тебя и наставника Дина. Они работают на кровавого демона, они нас обманули! Наставница Ян, мы все видели, как моего отца и вас забрал кровавый демон. Зачем вы нас подставляете? Прекрати играть. Это был план Дингана. Разве вы не знали? Если бы он не думал, что я умираю, и не был таким самодовольным, как бы я смогла убить его и вернуться живой? Что? Вы убили моего отца? Твой отец служил кровавому демону. Он заслужил это. Разве я не должна была убить его? Не оскорбляйте его! Стойте! Сложите мечи. Будете сражаться, когда узнаете правду. Сяо Фэн, сложи меч. Я согласилась стать вашим союзником из-за вашего решения уничтожить демонов. Но оказалось, Динган был предателем, который служил кровавому демону. Хотите скрыть это? Наставница, я не знаю, что произошло между вами и Динганом, но мы не узнаем, пока вы не расскажете нам. Хотя я ненавижу Дингана, я не стала бы поливать его грязью. Он заставил меня служить кровавому демону, поэтому мне пришлось убить его и вернуться живой, чтобы разоблачить его преступление. Мой отец мертв. Можете говорить, что хотите. Но я не верю, что мой отец совершил такой предательский поступок. Меня не волнует, веришь ты в это или нет. В любом случае, сообщники кровавого демона должны умереть. Надеюсь, ты пойдешь по правильному пути и уничтожишь зло. Наставница, я уверен, вы говорили небрежно, но правду еще предстоит выяснить. Надеюсь, вы успокоитесь. Какой смысл об этом говорить? Давайте разберемся с ними! Давайте! Стойте!
Ханьянь, забери Дин Сяофэна. Сяофэн, иди. Я не уйду, пока Ян Тимэй не умрет. Тебе придется убить ее только через мой труп. Пойдем. Хун Сюэ спасает тебя. Не глупи. Сможешь добиться справедливости ради отца, если останешься в живых. Идем. Хун Сюэ проявила нерешительность. Как ты мог быть таким глупцом? Ты забыл о правилах, пока меня здесь не было? Пожалуйста, простите меня. Я накажу тебя согласно правилам, если ты настолько бесполезен. Я согласен с этим. Я сделаю все возможное, чтобы защитить наш форт. Хотя я убила Дингана, кровавый демон снова нападет на нас. Я активирую барьер форта. На всякий случай. Вы правы. Как только он будет активирован, никто не сможет взломать его. Подготовь свадьбу с Хун Сюэ и не задерживай. Боюсь. Хун Сюэ... Неважно. Свадьбу детей должны решать родители. Хотя она моя дочь, она ученица форта. Она должна выйти за тебя замуж. Ради форта. Твой отец был упрям, но он был праведником. Он не помог бы кровавому демону убивать людей. Ты должен очистить имя своего отца. Пожалуйста, помогите мне узнать правду и очистить его имя. Вставай, ну же. Давай. Клянусь. Я восстановлю справедливость и докажу его невиновность. Джун Юнфэй, ты полон решимости убивать демонов и защищать людей. Но что ты наделал? Даже не смог защитить людей вокруг. Достоин ли ты звания убийцы демонов? И как ты будешь смотреть в глаза Сяофэну? Дядя Дин, я обязан вам жизнью. Я не прошу вашего прощения, но поверьте, я защищу Сяофэна и секту Южных морей ценой своей жизни, пока не сгинет кровавый демон. Почему брат поверил и не опроверг ложь Ян Тимы? Почему? Признай, брат, что он замаскировался под кровавого демона. Как бы он доказал, что Динган невиновен, а Ян Тимэй связана с кровавым демоном? Ян Тимэй! Такая злюка! Сколько же в ней злости, раз она полила грязью Дингана? Она знала. Брат не мог доказать, что она лгала. И не мог заставить ее сказать правду. Поэтому она оклеветала Дингана. Недобросовестно. Перехитрив нас. Брат не хочет нас видеть. Думаю, он очень расстроен. Грусть не вернет Дингана к жизни. Мы должны выяснить, что делать дальше. Ян Тимэй знала, что мы ее подозревали. Но она все равно вернулась.
Я уверена, она сделала это, чтобы остановить практику. Мы должны обеспечить их безопасность, защитить нашу последнюю надежду. Учитывая состояние Дин Сяофэна, думаешь, он станет практиковаться с Ян Хунсюэ? Мне все равно, насколько это сложно и чем это закончится. Я приму все без раздумий, пока ты со мной. Я буду сопровождать тебя, если у тебя хватит смелости. Какой смысл разделять одну и ту же волю? Нам не суждено быть вместе. Подумать только, это закончилось так быстро. Я знаю будущее. Ты не будешь нуждаться в моей компании, даже если я захочу этого. Возможно, нам стоит изменить наши взгляды. Небесный форт защищен барьером. Мой фантом не может проникнуть туда. Что нам делать? Мы не знаем о состоянии Хунсюэ. Ян Тимэй достаточно проницательна. Видимо, она имеет дело с кровавым демоном. На самом деле, она держит нас на расстоянии от форта, а также подальше от госпожи Ян. Она хочет закрыть проход, чтобы причинить вред людям. Я сломаю ее барьер сейчас же. Вернись. Что? Нам нужно сохранять спокойствие, чтобы что-то изменить. Сдержать твой скверный характер сложнее, чем иметь дело с Ян Тимэй. Как мне успокоиться в такой ситуации? Все люди форта замерзнут до смерти. Подожди. Ян Тимэй использовала барьер, чтобы отградиться от кровавого демона. Если ты его сломаешь, откроешь путь кровавому демону. Даже если Ян Тимэй против нас, мы пойдем туда. Что если она под контролем кровавого демона и тайком убьет Хунсюэ? Не проще ли убить ее напрямую? Зачем так усложнять? Мне тоже это интересно. Если она хочет прекратить их практику, зачем ставить нас перед дилеммой? Почему это так странно? Я уверен, она хочет заставить брата сломать барьер и подставить нас. Она заставит остальных поверить, что мы сообщники кровавого демона. Даже если я попаду в ее ловушку, что она получит с этого? Думаю, у нее другая цель.
старший! Пожалуйста, взгляни. Тебе это нравится? Посмотри на стиль и цвет. Желаю вам здоровья, господа. Пожалуйста, сделайте одолжение. Отвратительный нищий, ты испортишь мою одежду. Уходи. Твои ноги грязнее, чем у него. Почему ты здесь? Я... Вот. Спасибо тебе, сестра. Кьюэр, как ты думаешь, Кунсюэ это понравится? Понравится. Что случилось? Старший, у меня заболел живот. У тебя всегда так много проблем. Иди. Кладовщик, где туалет? Туалет? Он на заднем дворе. Иди. Мне так плохо. Быстрее. Лю Цюэ. Экзорцист Лю, я думала, мы больше не увидимся. Теперь увиделись. Госпожа Лю, по правде говоря, я спешил увидеться с тобой, чтобы узнать, в каком положении Форд. У нас такая жалкая жизнь. Наставница активировала барьер на случай, если кровавый демон нападет. Мы как птицы в клетке. Мы не можем покинуть форт, если нет особого случая. Ты пришла в магазин шелка для подготовки к свадьбе? Бедная Хунсюэ. Госпожа проигнорировала ее волю и заставляет выйти замуж за старшего. Мама, ты была строга со мной с детства. Но никогда не заставляла меня что-либо делать. Почему ты настаиваешь на свадьбе со старшим в этот раз? Ты стала такой капризной. Потому что я баловала тебя. Я отдаю тебя замуж за Рэн Фэй. Не только из-за форта. А чтобы уберечь тебя от ошибки с Дин Сяофэном. Если мой брак со старшим поспособствует практике парных мечей ради уничтожения демонов, я согласна. Но я не верю. Сказание гласит, что пара должна разделять одну волю. Откуда ты это знаешь, если еще не замужем? Раз ты такая праведная... Ты должна попробовать, даже если надежда невелика. Если верить твоим словам, у вас с отцом должно было получиться. Почему тогда отец предал тебя? Непослушная девчонка! Как ты посмела вести себя так? Я не хотела быть непослушной. Я лишь хочу доказать, что... У пары может не получиться. Замолчи. Мы с твоим отцом потерпели неудачу, потому что он был слишком эгоист. Он отказался от наших принципов ради своей привязанности. Хочешь стать неблагодарным человеком, как твой отец? Ради людей нашего мира. Ты должна выйти замуж за Рэн Фэя, несмотря ни на что. Пожалуйста, передай Хунсюэ, что мы найдем способ остановить брак. Но ты поссорился с наставницей. Что ты можешь сделать? Это космическое очарование. Скажи Хунсюэ носить это с собой, чтобы мы смогли пройти через барьер и попали в форт. Как только Хунсюэ будет в опасности, мой брат тоже это почувствует. Возьми это и возвращайся, иначе Дин Рэн Фэй тебя заподозрит. О, еще кое-что. Лекарь сказал, кто-то нашел на горе радостную скорбь.
Где? Это красная трава. В лесу за горой. Мужчина хотел добыть ее, но его испугал волчий вой. Он не решился вернуться. Понятно. Все в порядке. Еще кое-что. Лекарь сказал мне, радостная скорбь такая редкость, что растет всего раз за 100 лет. А еще она хрупкая и живет только 7 дней. Если он задержится, тогда я. Скажу брату Фуцзю отправиться туда сейчас же. Скажи ему, чтобы он был осторожен. Хорошо. Возвращайся. Береги себя. Чем я обязана такой чести? Экзорцист Джун нашел в форте подходящую пару, поэтому он просил меня прийти и взять парные мечи. Почему он сам не пришел? Я хочу с ним кое-что обсудить. Чтобы остановить наш план, кровавый демон убил одного кандидата, но нам удалось найти другую пару. Джун их защищает и не может уйти оттуда, поэтому он послал меня. Кровавого демона нельзя недооценивать. Он спрятал демонический зародыш в тайном месте. Он также осведомлен о каждом движении Джун Юнфэя. Имеете в виду, что кровавый демон вырастил демонический плод? Я обнаружила его следы пару дней назад. Думала, что смогу уничтожить, но не смогла преодолеть барьер. И поранилась. Это очень важно. Вы предупредили других? Я еще не выздоровела, поэтому остальным не сказала. Я как раз собирался взять парные мечи. Поскольку ты обнаружила плод, ты должна умереть. Ты кровавый демон? Ты и Джун Юнфэй просто смешны. Не ожидали, что будете побеждены мной после стольких расчетов? Вы не поняли, что Ян Тимэй была под моим контролем? Как и то, что я заберу парные мечи. Рано радоваться. Я не отдам тебе их. Даже если это будет стоить мне жизни. Они связаны с твоей душой. Если ты умрешь, парные мечи больше не будут существовать. Я могу умереть, но не позволю тебе причинить боль людям. Хороший ход. Вы использовали желание Лю Ханьяна стать мужчиной и привели ее к ее гибели. Она не поймет, что трава убьет ее. Когда Лю Ханьян умрет, Джун Юнфэй потеряет сильную поддержку. Посмотрим, как он и этот безмозглый будут драться со мной. Какая жалость. Я использовал медленный яд, чтобы они не нашли его. Он вступит в силу через 3 дня. Ей осталось жить 3 дня. Это так раздражает. Правда? Думаю, наблюдая за тем, как она медленно умирает, ее отчаяние будет возбуждать еще больше. Ян Тимэй действительно безжалостная женщина. Брат, я знаю, что сейчас не время, но
Мы знаем, где находится волшебная трава. Трава особенная. Я не смогу снова стать мужчиной, если вскоре не отыщу ее. Я понимаю. Но если мы не остановим брак, наш план провалится. Ты самый умный среди нас. Ты должен остаться с нами. Пойду за радостной скорбью. Подумать только, скоро Ханьянь опять станет вонючим человеком. Будет лучше, если она не перевоплотится. Она сейчас хорошенькая. Ты так не считаешь? Ее здесь нет. Тебе не кажется, что это обидно? Да, какая жалость. Видишь, я знал, что ты тоже так думаешь. Ладно, ищи. Но опять же, я думал, что нам придется пройти через многое, чтобы найти радостную печать. Подумать только, что она в этом дерьмовом лесу. Брат, с нами что-то не так? Ты правда хочешь пройти через многое? Нет. Скорее. После нам нужно встретиться с повелительницей меча. Волшебная трава должна расти в опасном месте, чтобы показать свою магию. Не все волшебные травы настораживают. Это... приветливая. Да. Как будто что-то поджидает людей. Что? Ты был прав. Она действительно милая. Да, в самом деле. Yeah.